Цель путешествия по канализационной трубе – перекрыть к ней доступ должникам специальными заглушками. Жильцы трех квартир дома 57, корпус 1 по улице Дачной уже сегодня не смогут пользоваться ванной, раковиной и туалетом из-за многотысячных долгов, о которых их не раз предупреждали. За долги вам отключили канализацию. Отключили? Отключили. Поэтому канализацией не пользуйтесь, не работает. Согласно данным РВК-центра, должников становится все больше. На данный момент более 29 тысяч абонентов не оплатили услуги на сумму свыше 109 миллионов рублей. Нами направлено было 21 тысяча уведомлений на ограничение отключения. Направлено 13 тысяч отдельных претензий абонентам на сумму более 100 миллионов рублей. Работа по установке заглушек продолжится и дальше. Всех любителей не платить по счетам за водоснабжение и водоотведение призывают не тянуть, а обратиться в РВК-центр. Специалисты отмечают, готовы индивидуально работать с каждым абонентом и предоставить рассрочку для погашения долгов. Наталья Пулина, Светлана Михеевская, Регион 29.